Всем доброго времени суток. Я хотел бы оставить свой отзыв после обучения в школе гипноза и слиперства Никиты Бурлакова. Вот. Ну, могу сказать честно, моя жизнь разделилась на две части, до и после. Вот. Как это не банально звучит, но это так и есть. Хочется сказать, попала сюда случайно. Вот. Хотя я теперь отчетливо понимаю, что случайности не случайны. Вот, да, мой жизненный путь достаточно был, ну, скажем, не связан с какими-то эзотерическими знаниями или духовными практиками, энергетическими практиками. Я, конечно, всегда чувствовал в себе какой-то запрос, вот, но я бы не сказал, что я был там каким-то прям ищущим и идущим по этому пути, вот. И, ну, на просторах интернета я наткнулся. Вот на информацию о вебинаре. И самое, что меня больше всего поразило, при том, что я достаточно, ну, не тонкой организации человек, да душевный, но когда я смотрел вебинар, у меня прям оказывали слезы. Вот. И это первое, что меня очень сильно зацепило. То есть для меня это было удивление, что на тот момент я, значит, как раз активно занимался прыжками с парашютом. Ну, я сейчас ими занимаюсь, но тогда как раз активно занимался. Да, сейчас зима, поэтому не получается. Вот, бокс, плавание, прыжки, управление большим коллективом людей. То есть, в принципе, такие вещи, которые, ну, не совсем подразумевают тонкую душевную организацию, да. Вот, но тем не менее, вот поразило вот это ощущение какой-то глубины, что ли. И я принял решение пройти это обучение. Вот. Ну, повторюсь, жизнь разделилась на до и после. Вот. И Никите я хочу передать огромную благодарность и слова любви. И всей его команде, да, и сказать, что, ребят, вы действительно воины света. И, ну, это огромное дело, которое вы делаете. Вот. А насчет обучения, могу сказать, что я долго сомневался, и, наверное, до самого конца я сомневался. Вот. Но сейчас сомнений у меня больше нет. И помимо того, что программа очень интересная, насыщенная знаниями, могу сказать одно, что есть огромный бонус еще. Это на всю жизнь, потому что вы не сможете больше жить по-другому. И те люди, которые вам встретятся на этом пути, они останутся с вами. Поэтому я полон радостных ожиданий. Я общаюсь не только со своим курсом, но и с другими ребятами, с огромного количества стран. И могу сказать одно, если у вас есть сомнения, отбросьте их и идите. И вы не пожалеете об этом. Это действительно новое качество жизни. Это действительно то, ради чего стоит жить. Как сказал один из наших, не побоюсь этого слова, братьев. Да, это не секта, поверьте мне. Просто те люди, которые встречаются, они настолько... Такое ощущение, что вы знаете их 1000 лет. Вот. Нам повезло увидеть свет. А некоторые всю жизнь могут прожить во тьме. Поэтому, ребята, отбросьте все сомнения, идите, учитесь у Никиты, это того стоит, и вы тоже станете воинами света.